Итак, первый титульник на сегодня. Петр Ян и Алджимейн Стерлинг. Погнали. Раунд номер один. Активен Стерлинг с первых секунд. Жесткое колено залетает в голову Петру, но выдержал чемп. И первый перевод в бою. И оформил его Петр Ян. Жестко начал Стерлинг. И перевод от него, но ненадолго. Жесточайший правый прямой. Упал Стерлинг, но быстро на ногах американец. И увереннее стал Ян сразу. Теперь чемпион давит, а Стерлинг видно, что просел ментально. И амплитудный тейкдаун от чемпиона. Отличный раунд. Второй отрезок. Сразу в борьбу бросается претендент, но отзащищался Ян. Итак, Стерлинг на пятой точке, а Петр его распинывает. Снова попытка перевода от Стерлинга, но неудачно. Давит Алджимейн постоянно, не дает работать Яну. Чем в свою очередь все контролирует, работает спокойно, не дает переводить себя, но контролю сетки отходит к претенденту. Под конец раунда Петр снова переводит Стерлинга, и именно он заканчивает в топ-позиции. Третий раунд. Очень нервный поединок. Наконец начал заряжаться Петр и хорошо попал. Более уверенно действует Ян в этом раунде. Постоянно выбрасывает панчи, давит и переводит на настил Стерлинга. Клинч от ямайского американца, и Ян хорошо себя в нем чувствует. Очень легко бросает на пол Стерлинга и обрабатывает тому ноги. Все контролирует чемп и успевает еще заводить Стерлинга. И раунд очень уверенно забирает россиянин. Итак, врываемся мы в чемпионские раунды. Четвертый отрезок, погнали. Снова уронил Ян Стерлинга и опять атакует с пятой точки наш же Палас. Не работает Ян серийно сегодня, но в каждый удар вкладывает силу и чувствует их Стерлинг. Рассчитывает Петя на бокс, на один точный удар и постоянно выцеливает претендента. Начал кушать удары Стерлинг, и Ян все больше их выбрасывает. Но как так? Ну что произошло? Пробил Петр Ян запрещенное колено, и возможно сейчас будет дисквалификация. Спросил он у угловых, могу я пробить? Они говорят, бей. Но Петруха и вдарил, а колено оказалось запрещенное. Итак, у нас новый чемпион. Алджа выиграл титул тем, что схавал запрещенный удар коленом. Жопа, конечно, полная. Чемпиона мы потеряли в тот момент, когда он выигрывал и вел весь бой. Жесть. Обзоры на остальные бои, как всегда, по ссылке в описании. Обязательно пиши в комментах свое мнение о прошедшем турнире. А уже в эту пятницу будет турнир ACA-119. И обзор на него будет, как всегда, у нас на канале. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Это канал Let's Time, я Иван Неумин, будь здоров.